Здравствуйте, дорогие друзья, здесь Демитков Юрий. Сейчас короткое видео. Дело в том, что многие люди, благодаря мне, открыли брокерские счета в открытии по тарифу модельный портфель. И ну, я по-прежнему убежден, что это, в принципе, правильное решение. Вот. В последний год, да, модельный портфель дал не очень высокую доходность, но... И я в последнее время не так часто про него рассказываю, потому что, ну, там ничего интересного не происходит, там ребалансировки не бывает практически, там раз в 3 месяца, вот, и, ну, поэтому просто, так сказать, особенно не о чем рассказывать. Но вот сейчас, в ближайшее время, 12 числа, 12 сентября, открытие планируют провести вебинар для, ну, на тему модельный портфель. Что это такое, какие инструменты, как им управлять, для чего он создан, какие есть виды модельного портфеля и результаты тех модельных портфелей, которые есть. И я знаю, что у многих людей есть вопросы по этому поводу, поэтому если вы... благодаря мне открыли модельный портфель, то я вам на почту, которую вы сообщили, мне, у меня есть почта, там очень-очень много людей, я на почту пришлю вам приглашение на этот вебинар, где вы сможете зарегистрироваться и там же прямо вот специалисту из открытия брокера задать все интересующие вас вопросы по модельному портфелю. Ну, а если вы еще не записались на модельный портфель, если, ну, или там вам не придет, если вдруг письмо от меня, то, в общем, сказать, под любым моим видео вы видите ссылку demitkovyur.com, ну, в данном случае вот там она будет под буквочкой и тоже там, где биржа для чайников. Вот, пожалуйста, нажимайте туда, нажимайте на кнопочку «Модельный портфель», заполняйте там поля, и я вам точно совершенно также пришлю приглашение на этот вебинар. Ну, оно такое длинное, я не хочу просто здесь его, это воспроизвести очень сложно, а так вы просто нажмете на кнопочку и все. В письме я вам обязательно все пришлю. Поэтому, значит, все вопросы готовьте, я почему заранее говорю, и вы их сможете задать непосредственно специалисту из открытия брокер. Если они не ответят сразу, то они ответят попозже. Вот такая информация, спасибо за внимание. Сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. Если вы не, еще раз, если вы не получили письмо от меня на настоящий момент с приглашением на этот вебинар, вот там будет буквочка «И», demitkovyur.com, биржа для чайников, кнопочка «Модельный портфель», и все будет. До встречи. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.